Андрей Воробьев провел совещание по вопросу создания парковочного пространства в Подмосковье. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Ильдар Габдрахманов, члены областного правительства и главы муниципальных образований. Участники обсудили перспективы развития парковочного пространства в регионе, проблемы и пути решения. Нам необходим консенсус с жителями, потому что, организовывая парковочные места, мы где-то забираем зеленую зону. Где-то нам придется изымать муниципальную, а где-то частную землю, сказал губернатор. Глава Ленинского муниципального района Олег Хромов провел еженедельное совещание с руководителями администрации Ленинского района и поселений, предприятий, организаций и служб. Одним из вопросов, которые обсудили участники совещания – подготовка к Масленице. Праздничные программы пройдут во всех поселениях района, а центральное районное мероприятие впервые состоится на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». С 1 марта приобрести единую транспортную карту Подмосковья «Стрелка» можно в центре «Мои документы» Ленинского района Московской области по адресу город Видный, улица Школьная, дом 77. Для удобства жителей в сельском поселении Развилковское Ленинского района открыты удаленные рабочие места, где сотрудниками центра «Мои документы» ведется прием заявителей, в том числе по услугам Министерства социального развития Московской области, выдача социальных карт жителей Московской области. Одиннадцатого марта в детской школе искусств города Видно состоится праздничный концерт «Весенний калейдоскоп». В концерте примут участие учащиеся, преподаватели и концертмейстеры школы. Начало 18:30, вход свободный.